Хей, йо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Morbid the Seven Occultus. Occultus. Короче, мы победили прошлой серии мамку чудо. Я так подумал, давайте мы соберем учебники до конца, может где-то я все-таки пропустил стрельбу. Хотя навряд ли. Ну ладно, обучение тогда минус одно. В путь стремящийся одолей семерых послушников и спасите мир. Все, я его получил, друзья. А, подожди, еще. Голову кого-то мне нужно было, да? Ну, я поле так и не нашел. Добро пожаловать в Йорд Возвышенный. А стоит ли мне туда идти? В Йортаэль. Так как мы еще поле, не понимаю, что за поле. Монайди город. Столица. Давайте я тогда поставлю на паузу, перемещусь к торговцу, посмотрю, что он скажет. Хотя, ну и да, и продолжим. Ну блин, ну мы еще на полях этих не были. Желчное поле, где это вообще? Я просто не могу понять, что такое желчное поле. Понимаете? Желчи поля такого вообще нету. Поэтому мы отправляемся в столицу. Может быть, от столицы, может, да где-то там, да, найдется это поле. Ну что там? Глупо. Так, активировать, да, ее надо. Но здесь будут рабочие. Интересно, когда будут огнестрельные чуваки. Кажется, я договорился, да? Нихера себе! Стероиды, что за стероиды? Стероиды Вартбурга. Безумный гений доктор Вартбург известен множеством удивительных изобретений, одно из которых – формула для смеси стероидов. Стероиды помогают заживлять мышечные ткани, однако смесь довольно нестабильная и в качестве побочных эффектов непременно вызывает ухудшение психического состояния, позволяет быстро восстановить здоровье за счет большого снижения здравомыслия. Короче, надо оружие искать получше, чем вот это.
Иначе никак. Да, таких двух встречишь. Так я его сколько времени еще и убивал. Понял. Серый стражник. Я думал, когда будут враги, которые будут меня пулять. Только я, конечно, думал за врагов, которые будут стрелять не с каких-то механических пушек, да, а стрелять будут с обычных там луков. О, меня ищут. Я в розыске. Спасибо за психоделику. Ё-моё, да хватит, сколько их тут. Так, подожди, надо... Здесь, если так, смотреть слишком сложно. В смысле, как он меня задевает? На самом деле это очень сложно. Пипец. И херня в том, что мне постоянно нужно с ними сражаться. Это очень сильная херь. Ну что я сделаю? Он меня просто уничтожает. А что мне делать? У меня вариантов не так уж много. Враги вот эти, почему они хер знают, куда улетают? Да ну!
А, надеюсь, там хоть что-то ценное. Ага. Ну, в принципе, да. У меня нет уже ХП. Если я сейчас пойду восстановлюсь, снова это все дело повторится. А если это снова все повторится, то мне не хватит просто ХП. Окей. Не, я туда не хочу. О, тихо-тихо. Лучше пускай мне мелкий ударят, чем здоровый. Но он слишком сильный. О, привет. Держитесь подальше от старого оружейного завода. Там, видите ли, черный туман. И что? Мне главное, чтобы у меня хилки были. Сделали таких врагов. Вот, а чем мне их убивать? У меня ни магии, ничего. А хотя арбалет, арбалетом убивать. Я понял. Да сука, за что? За что мне такие враги сильные? Снаряд с автонаводкой, который тебя ваншотит. Ну, не ваншотит, а я имею в виду, за тобой постоянно следит. Мне уже не хватает, у меня нету ХП. Дайте сейв. Слышали о докторе Варбурге? Говорят, старый отшельник покончил с собой, приняв яд. Обычно он проходит сюда за продуктами и прочим, но уже несколько лет его никто не видел. Плевать. Медитация. Короче, за травами нужно идти, будет ходить постоянно, бегать туда-сюда. Вранье, ты слишком молод выглядишь, чтобы быть возвышенным. Берегитесь, идет многоликий пожиратель. Неужели это правда? Вы были мать горя и наследник сожаления? Невероятно. Первый за десятилетие стремящийся, который вселяет надежды. Успехов вам!
Оу, е, бонус. А, стрелок нахер надо. Юрель давно стал опасным местом. Тьма пожирает все, чего касается. Так, давайте вообще посмотрим, что у нас есть. Из хила. Снижение позволит добавить оружие эффект отравления. Так, благословение. Ну да, такое. Ну, сложно на самом деле сейчас уже играть. Особенно против роботов. Ну я что, виноват, что они такие жесткие? Нет, я не виноват. Еще один погибель. Так он хуже моего. И продавать вещи я не могу. Типа здесь нету именно торговцев, понимаете? Это вот плохо. Ладно, хоть так. Здорово. Благословение оружейникам. Вот почему они хер знает куда улетают? Нормально. Сойдет. О, нет, 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 пожалуйста, только не сюда. Я за бочками спрятался. Можно как-то тебе безопасно пройти, чтоб ты не видел? Но я просто с ним драться вообще не хочу, понимаете? Ладно, если он не видит, мне это только в плюс. Мало, втихаря на меня напали. Ах, зараза! Да иди ты в ч... Фу, бесит. Просто понимаете, я сдохну от нехватки ХП. Чем от самих врагов.
хотя бы хп мне давали. Подожди, сейф. Давайте мне сейф. Вот я не знаю, что там. А там робот, скорее всего. Ладно, тут хотя бы есть. Только не говорите, что он обязательный. Ладно. Все? Нет. Ну ладно, он был не обязательный, его обойти можно. А, я уже все? Камни все поставил? Досудос. Ага. Возвращаемся обратно. Так, я какой-то... Где-то проход открыл. Но вот где? О, здесь. Благословение рубаки, это как раз для меня, потому что у меня меч. Вот сейчас бы мне уровни побольше. Обнуления нету, да, такого? Так, там что-то здоровое. О, отлично, тут сейф есть. Отлично. Хоть можно немного пожить. Хотя, по сути, я могу драться с одним из роботов постоянно. И за счет этого себе уровень поднимать. Типа, с одной стороны, это тоже разумно. Так, меха перчатка. Ага. Массивные паровые механические перчатки, которые помогают в тяжелой труде заводских рабочих Йортеля. Перчатки используются и в подпольных боях, на которых отважные бойцы сражаются в поединках, а зрители делали ставки. Смертей было мало, сломанных костей ни одной. Какие-то тут лабиринты, конечно. Ага, спасибо. Ух, да нет, 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 ну вы шо? Так, а почему мне хп не отнимают? Ага.
Ну, типа, у меня предметов много на рассудок. Новая запись с источником. Темнота уходит. Послушник убит. Это был босс, который мне, считай, вообще урона не носил. Он носил только урон темными этими духами. И все. Лол. Я, который может рассудок поднять благодаря вот этим приборам. И у меня еще цветы есть. Ну ты все, мне многого тут не надо. Хвала Гахарам. Их могучим послушникам. Да, только один уже послушник отлетел от меня. Чувак. Так, благословение тени мне дали. Замечу, что у нас еще все хилки были. А, хотя я могу их обходить идеально. Если с ними драться не надо, это радует. Господи. Оди пообещал, что мы достигнем запредельности. А ведь он говорил от имени Гахаров. Вранье, ты слишком... Да, это было... Понимаете, я даже без всяких бонусиков это делаю. Так, благословение. Снижать получаемый урон, это отлично. Повышать скорость атаки, это тоже отлично. Снижать вероятность обнаружения. Ну, типа, это не очень мне нужно, так как меня впритык не видят. Подожди. Повышает урон ничего не подозреваемых врагов. Вот это надо заменить на снижение урона. Так, последний предмет. А, астероиды. Так, остался еще один квестовый предмет. Так, раб превратник Керни. Враги. Серый стражник. Серые стражники, когда были одними из лучших солдат Йортаэля до падения Марти. Они защищали город совместно с глазами Майерта, умелыми стрелками, которые нанесли службу на городской стене. После появления Гахаров в Ульгу-Скале первый из послушников напал на столицу. И стражники были вынуждены защищаться. Они сражались долго и отважно, но тщетно.
В итоге все серые стражники были поглощены черным туманом. Они оказались во власти тьмы и теперь служат не Йортаэлю, а всему, а своему хозяину Вульгусу Калии. Оператор Железного Когтя. Рабочие Йортали известны своей выносливостью, презрением к трудностям и упрямством. Поэтому неудивительно, что когда чиновники приказали ввести комендантский час из-за черного тумана, из этого ничего не вышло. Тьма пожирала многих из тех, что были слишком беспечны. Перед лицом опасности первыми жертвами стали операторы Железного Когтя. Их тяжелые неуклюжие силовые доспехи почти не останавливали шансов убежать от тумана. Как орудие металлургической промышленности, Железный Коготь может стать настоящим спасением, но как оружие рабочего, одержимого тьмой, он несет смерть. Облако чистого концентрации рвивного ужаса. Отвратительное порождение Вульгуса Калии. Призрак ужаса. Призрак ужаса способен принимать любую форму, какую только можно вообразить. Его цель вызвать и поглотить как можно больше страха. Смертный часто боятся смерти, поэтому обычно он принимает форму обглоданного черепа. Так, подожди. Это типа призраки? Но это роща, к которой я еще не попал. Так ведь? О, он призрак ходит. Так, стопы. Давай, медитируем. Я убью призрака, и мы с вами закончим. Я как раз прочту, что там за него дадут. Алло, где призрак? Ой. Так, как их убить. Почему не бессмертный? Алло. Когда я смогу их убить? А чего они питаются? Почему они бессмертные? Ну окей, я вижу мозг. Не понимаю. Как мне этого призрака получить? Они просто бессмертные. Короче, я понял. Гуляйте. Странные призраки, бессмертные причем.
Я не знаю почему, но они бессмертные. Так, вульгус калия, ужасное нечто. В Йортале люди живут в постоянном страхе перед странной тьмой, которая говорит, забирает волю любого попавшегося ей существа. Об этом явлении известно очень мало, но мифический кошмарный черное нечто упоминается в народных преданиях и рассказах о привидениях по всей Морнии. В ее провинциях эту тьму обычно называют Вульгус Калия. Среди прочих имен многоликий пожиратель, черный туман, тьма Йорталя и первый из послушников. Одни говорят, что многоликий пожиратель – это рой измученных духов, которые вечно охотятся на новые души и не могут насытиться. Другие рассказывают о черном тумане, который накладывает тьмой целые деревни, сводит людей с ума, и они начинают кровожадно убивать друг друга. Жители города называют это чудовище явление тьмой Йортаэля. Считается, что это проявление чистого ужаса, пожирающего всех, кто осмелится заглянуть в самый темный уголок города. Говорят также, что Вульгус Калия – это первый из послушников, благодаря которому Гахары смогли вторгнуться в наш мир, физическое тело и устроить свое царство тирании. Ну что, давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим. Да. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.